Но когда захотела сделать их необычной формы, то выяснила, что проще всего печатать трафареты на 3D-принтере. И она сделала в итоге бизнес именно на изготовлении и продаже по всему миру таких индивидуально разрабатываемых формочек на заказ. Главная проблема с этими устройствами, пожалуй, небогатый выбор материалов, с которыми они могут работать. Легче всего поддаются пластик и металл, а вот стекло, например, пока практически недоступно. Ну и отдельное направление — биопринтинг, 3D-печать живыми тканями. В качестве чернил выступают стволовые клетки. Израильским ученым уже удалось напечатать 3D-сердце, правда, пока совсем крошечное, а недавно исследователи из Института регенеративной медицины в Северной Каролине впервые напечатали трахею.